приветствую друзей и гостей моего канала. С вами снова я, Елена, и очередной обзор моих находок с Валберис, Озон и Яндекс.Маркет. Сегодня будет одежда, товары для животных, товары для дома. И если вам такое видео интересно, обязательно оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Давайте начнем с покупок с Озон. И первое, что я вам покажу, заказала себе палантин. Сейчас в моде просто бордовые, коричневые цвета, поэтому я решила не отставать от моды и заказала палантин в таком бордовом цвете. Но, правда, решила взять не однотонный, а именно с геометрическим рисунком. Приходит он упакованный просто в пакет. Изготовитель — это заявлен Россия. Размер 185 на 70 см. И в составе шерсть 30% и вискоза 70%. Сразу скажу, по качеству никаких претензий нет, все выполнено аккуратно, но на ПВЗ, если будете заказывать, обязательно проверяйте. В отзывах читала, что приходит с дефектами ткани. На самом палантине идут вот такие кисточки, он тоненький, будет хорошо драпироваться, можно использовать его просто как длинный такой шарф, можно будет повязать на голову, тактильно очень приятный, мне палантин этот понравился. С одной стороны, как я и сказала, идет вот такой геометрический рисунок, с обратной стороны такого рисунка нет. Но вот обратная сторона по цвету мне понравилась не очень, она не такая яркая. Вот здесь даже видно разницу. Но отказываться не стала. Думаю, цена, в принципе, бюджетная. Поэтому этот палантин оставила себе и буду носить его с удовольствием. И за 1046 рублей к этому палантину я решила заказать сумочку. Цвет заявлен также бордовый. Но, как видите, он, я бы не сказала, что бордовый. Он больше такой, скорее, бургундий, наверное. Не очень сочетание. В принципе, сумкой я осталась довольна именно по цвету, по качеству исполнения. Здесь есть внешний карманчик, вся фурнитура золотого цвета. В принципе, по качеству к фурнитуре тоже никаких претензий нет. Все швы здесь ровненькие. Идет один длинный ремешок. Внутри у нас два отделения. И третье маленькое отделение идет на замочке. Здесь есть кармашек. И в подарок продавец еще положил вот такую резиночку. Сумочка мне понравилась, но единственное, что мне не понравилось в этой сумке, вот эта вот черная окантовка. Она делает сумку как будто бы уже грязной. Поэтому я вот думаю, скорее всего, я эту сумочку верну. Никакого неприятного запаха нет, сумка вся пришла без заломов, что меня очень удивило, хотя она пришла просто в одном пакете. Но вот, скорее всего, я ее не буду себе оставлять. Изготовитель — это Китай, и состав заявлен эко-кожа. Будем называть вещи своими именами, это просто искусственная кожа. Может быть, вам, если сумочка нравится, то можете заказать. По-моему, продавца она есть и в других расцветках. Закрывается на две кнопочки. Ну, в принципе, неплохая сумка, но вот эта вот черная окантовка меня очень смущает. Поэтому, скорее всего, я эту сумку верну. И еще одна моя покупка с Озон – это антиперспирант от Nivea, защита и комфорт на 48 часов. Заявлен антибактериальный эффект и 0% содержания спирта. Я обожаю просто дезодоранты, антиперспиранты именно в стике, пользуюсь именно Рексоной, но решила попробовать что-нибудь новенькое и пожалела. Первое, что мне не понравилось – это, конечно, аромат. Тут не аромат, тут убийственный запах стирального порошка. И при нанесении он такой кремовый сам стик. Он весь разваливается, ну, неприятный, если честно. И как таковой защиты от этого антиперспиранта нет. Вот пользовалась я постоянно Рексоной и дальше буду ей пользоваться. Больше никаких экспериментов. До этого я, по-моему, брала еще Dove, он тоже мне не очень понравился. Ну, а вот этот меня вообще полностью разочаровал. Следующая моя находка с Валберис. За 240 рублей заказала набор зубных щеток. Приходит вот в таком пакете. Здесь идет наклеечка «Упаковала света со скоростью света». И посмотрите саму эту упаковку. Вот даже сразу и не скажешь, что здесь находятся зубные щетки. Забота о вашей улыбке. И внутри у нас вот такие две зубных щетки. Каждая идет дополнительно в своей упаковочке. Это изготовитель Китай. Сама щетина заявлена как мягкая. Она бамбуковая. С угольным напылением. Не знаю, так это или нет, но вот своей щеткой я уже воспользовалась. И скажу честно, она мне очень и очень понравилась. Здесь хоть и заявлено, что щетина мягкая, но все-таки она идет средней жесткости. Хорошо чистит зубы, при этом десна не травмирует. Я взяла в цвете золотом. У продавца есть еще такие же зубные щетки в серебряном цвете. Классные зубные щетки, выглядят стильно, дорого. И вот прям не стыдно будет взять на подарок. Мне щетка очень понравилась, так что присмотритесь, от себя рекомендую.
рекомендую. И еще одна моя покупка, которая касается гигиены полости рта, заказала себе зубочистки. Приходят они в таком пакете, дополнительно все было упаковано в пупырчатую пленку, и это флоссеры. Заказала их за 75 рублей, до этого брала целую упаковку 200 штук, но мне нужен был контейнер для того, чтобы эти зубочистки можно было брать с собой и, так сказать, для удобства хранения. Это изготовитель Китай. Такой пластиковый контейнер, в нем целых 50 штук этих зубочисток, и сами флоссеры пластиковые. Сейчас поближе покажу, как они выглядят. С одной стороны идет вот такая тонкая зубная нить, а с другой стороны вот такой тоненький кончик. Очень хорошо ими работать, хорошо вычищают межзубное пространство. Первое время я никак не могла к ним приспособиться, постоянно ранила себе десну, а сейчас пользуюсь только вот такими зубочистками. Ну и кого заинтересовало, все ссылочки, как всегда, будут в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Следующая моя повторная покупка для нашей кошки Коры. Заказала ей второй раз вот такую когтеточку, самую обыкновенную, цена 195 рублей, изготовитель Россия, материал ковролин, в длину она получается 58 сантиметров, а в ширину 30 сантиметров. Мы ее просто приспосабливаем на ножку стола, здесь есть вот такая липучка. Кошка с удовольствием точит об эту когтеточку свои коготки, так что присмотритесь, цена бюджетная, нашей кошке такая когтеточка очень понравилась. И еще одна покупка с Валберис, заказала себе водолазку за 947 рублей. Приходит в зип-пакете, единственное, не поняла, кто изготовитель, но скорее всего Китай. На бирочке у нас указано: водолазка женская гладкая, цвет бордовый, размер 52-54. Выбирала именно такую, хотелось, чтобы она меня не обтягивала, а сидела больше на мне как джемпер. В составе здесь кашемир 48%, шерсть 29%, хлопок 18% и эластан 5%. На ПВЗ примерила, мне все подошло, все понравилось, по качеству никаких претензий нет, нигде никаких торчащих ниток, все швы аккуратно обработаны. Водолазка очень комфортная, по низу изделия, по рукавам идут вот такие резиночки, хорошо тянутся. Здесь высокое горлышко, которое также хорошо тянется, ничего не сдавливает, не удушает. Никакого неприятного запаха нет, сама водолазка, она такая тоненькая, вот как раз сейчас на осень подойдет. Можно ее надеть под пиджак и также можно сочетать с любым низом, будь то брюки, юбки, джинсы, какие-то шорты. Можно стилизовать, допустим, такую водолазку с черной юбкой кожаной и надеть еще колготки такого же бордового цвета. Мне понравилось, так что буду носить ее с удовольствием. Теперь переходим к покупкам с Яндекс.Маркета. И первое, что вы видите, для нашей кошки мы заказали комкующийся наполнитель для туалета. Это изготовитель Россия, бренд Pipi Band. Здесь объем 24 литра и цена на момент заказа была 906 рублей. Здесь идет натуральная бетонитовая глина, есть отдушки и есть еще наполнители в виде капсул минералов и силикогеля. Как заявляет сам производитель, этот наполнитель максимально поглощает жидкость. Здесь идет технология инкапсулированной ароматики, а также эффективно нейтрализует запах. До этого мы для кошки покупали именно силикогелевый наполнитель. Я вам обязательно ссылочку на него оставлю. Вот, ребят, он просто отличный. Никакого запаха, хватает его надолго, но цена сейчас за 16 литров больше 2000. Поэтому мы пока не можем себе позволить по таким ценам покупать наполнители и вернулись именно к бетонитовому. Кошка довольна, единственное, нужно менять его почаще. Все-таки он не так эффективно нейтрализует запах, именно как силикогелевый. Следующие две позиции приходят вот в таком пакетике Яндекс.Маркет. И недавно у одного визажиста увидела кисть косметическую в форме лапки, поэтому тоже решила заказать. Сама кисточка дополнительно приходит еще в индивидуальном пакете. Это изготовитель Китай. Цена на момент покупки была 391 рубль. В составе заявлен нейлон и дерево. По качеству претензий нет, никакого неприятного запаха не было. Сама кисточка небольшая, удобно держать в руке. Удобно будет брать с собой в поездки. Хорошо и плотно набита. Есть немного торчащих волосков, но вот я эту кисточку уже мыла несколько раз, пользовалась ей. Сами волоски эти не лезут. И, девчонки, это просто идеальная кисть для нанесения кремовых текстур. Я и наношу именно кремовые румяна, кремовый контуринг. Мне очень понравилась вот эта форма. И сейчас планирую купить такую же кисть, но побольше, для нанесения тонального крема.
отличная, девчонки, кисточка. Вот кто часто пользуется косметикой, кремовыми текстурами, обязательно закажите. Хорошо моется, продукта впитывает мало, ну просто идеальная кисть. Следующая моя покупка также по советам бьюти-блогеров. Очень они хвалили вот такой стик для макияжа лица от Influence. Ну, проще говоря, это контуринг. По весу здесь 5,5 грамм, цена 435 рублей на момент заказа была. Он, конечно, продается и в магазинах, но я сейчас редко хожу по магазинам, стараюсь все больше покупать онлайн. Но тут доверилась все-таки бьюти-блогерам и заказала именно 0,2 оттенок. Они все говорят, что этот оттенок подходит для всех цветотипов. Я его еще тестировала только на руке. Давайте покажу вам, какой у него цвет. Такой красивый, молочный шоколад. Но почему-то камера его передает с таким оливковым подтоном. Хотя на самом деле это не так. Давайте покажу, как он распределяется хорошо вот этой кисточкой, лапкой. Его можно растушевать буквально в ноль. Так что пятен вы никаких точно не оставите. Но, скорее всего, у кого кожа очень загорелая и темная, его будет на лице практически не видно. А вот для светленьких девчонок он 100% подойдет. Красивый цвет, распределяется легко. Кто таким пользовался, буду ждать от вас комментарий. Ну и я, конечно, потом попользуюсь и в одном из обзоров оставлю на этот контуринг свой отзыв. За 222 рубля заказала фруктовые джемы для сыра от российского бренда Йелли. Идет как закуска к вину. Вот, девочки, кто любит сочетание сладкого и соленого? Это я. Кто любит, обязательно ставьте лайк, пишите комментарий. Я могу даже борщ есть с шоколадными конфетами. Вот такой вот у меня вкус. А уж сыр с джемом, это вообще просто мое самое любимое. Приходит все в такой коробочке. Дополнительно все было упаковано еще в картонную коробку. И здесь два джема, каждый весом по 50 грамм. Один абрикос с ароматом черного перца. Идеально подходит к таким десертным сырам, как чеддер, крендейл и трабье. Я таких не знаю. И второй джем — это манго с кардамоном и куркумой. Он уже идеально подойдет к твердым сырам, таким как пармезан, маасдам и эмменталь. Вот маасдам я точно сыр люблю. Давайте открою, покажу, как все это смотрится. Баночки такие миниатюрные. Вот как по мне, это на один присест, как говорится. Они стеклянные. Здесь алюминиевая крышечка. И вторая такая же баночка, но уже с другим джемом. Открывать я сейчас не буду. Заказала это на день рождения для сырной тарелки. Потом попробую. Также обязательно вам оставлю отзыв на эти джемы. Но я думаю, невкусными они просто быть не могут. И последняя моя покупка с Яндекс.Маркета — это вертикальный пылесос Дирма модель DX700S. Я, наверное, месяца два или три постоянно смотрела разных блогеров, которые рекламируют эти пылесосы. Нашла также блогеров, которые уже после года использования показывали эти пылесосы, и все-таки остановилась на этой модели. Сразу скажу, я купила именно проводной пылесос. Мне надоели уже все эти гаджеты, которые нужно постоянно заряжать. У меня квартира небольшая, поэтому вот такой пылесос длиной шнура в 5 метров меня вполне устраивает. Этот пылесос подходит только для сухой уборки. Мне такой именно и нужен был. У нас кошка линяет просто 24/7. Это шерсть везде. Подметать неудобно, все кругом разлетается, а старый пылесос у нас сломался. Поэтому решила, что не буду никаких импортных дорогих пылесосов покупать. И вот за 3851 рубль взяла именно такую модель. Модель очень простая, ничего сложного в ней нет. Здесь всего одна кнопка. Изготовитель — это Китай, если я не сказала. Мощностью пылесоса 600 ватт. Он идет как вертикальный, не сильно шумный. Длина шнура 5 метров. И цвет я выбрала черный. У продавца, по-моему, они есть еще в белом цвете. Сам пылесос пластиковый, это ABS пластик. Не знаю, конечно, насколько он будет прочный. Не могу сказать, что здесь идеальное качество. Но я его один раз протестировала. И по степени всасывания мне этот пылесос очень понравился. Отлично с ковров собирает шерсть, всю пыль, всю грязь. Здесь также заявлено, что идет новая технология циклонной фильтрации. Сочетает в себе несколько завихрений, в которых от воздуха отделяется пыль, волосы и другие крупные частицы. Здесь также идет непофильтр. Сила всасывания до 15 тысяч паскалей, очищает труднодоступные места. Улавливают мелкую пыль, предотвращает ее утечку. Также здесь идет полная чистка воздуха. Циклонная фильтрация пылесоса улавливает всю грязь и предотвращает вторичное загрязнение воздуха.
По первому тестированию мне пылесос понравился. Не знаю, конечно, насколько его хватит. Не везде идеально все сделано. Здесь записано, что вот этот ABS пластик не подвержен царапинам, хотя в некоторых местах я уже видела царапины. Очень нравится, что есть специальное приспособление, куда наматывается шнур. И понравилось также, что этот пылесос можно использовать как именно ручной. Допустим, для мебели, можно использовать в салоне автомобиля. Ну, не знаю, конечно, я его протестирую. На первый взгляд мне все понравилось, а уж насколько его хватит, это покажет время. Мои хорошие, на сегодня это были все мои покупки. Надеюсь, видео для вас было полезным и интересным. Также предлагаю присоединиться к моему дзен-каналу. Все ссылочки вы найдете в описании под видео. Ну а сегодня, как всегда, желаю всем мира, добра, любви и позитива. Всех обняла ваша Лена. Пока-пока!